Так, как менять клапан на лодке скат? Значит, смотрите, на дне? Здесь стоит, допустим, вот такой баджер. Угу. Можно поставить давлением повыше. Угу. Вот такой вот. То есть выкручиваем сначала вот это. Воздушные выкручиваем. Снимаем. Потом вот таким ключом специальным выкручиваем аварийный. Вот, вот так вот аварийный выкручиваем. Вот таким ключом. Потом через этот отодвигаем чуть-чуть вниз туда. Вот, оторвали. И через этот сейчас вытащим вот этот. Нижнюю часть маленькую вытаскиваем. Вот. Вот это баджер. Все. Теперь снимаем давление повыше. Вот выкручиваем. Вставляем туда. Включим этот клапан, как звездочка, так называемый. Сейчас придержим. Вкрутили. Можно потянуть. Все, стоит этот, убираем. Также ставим ключом, протягиваем. Все.